Тверском музейно-выставочном центре прошло открытие масштабной художественной выставки «Арт-прорыв» творческого объединения «Перекресток». В экспозиции представлены работы разных жанров и направлений: живопись, графика, витражи, батик, куклы, валяние, бижутерия. Более 60 авторов из Твери и области, а также из Москвы. С представленными работами ознакомился наш корреспондент. 10 февраля состоялось открытие выставки «Арт-прорыв». Уже не первый год художники из разных городов России демонстрируют свои талантливые работы на данной выставке. Проект осуществляется при информационной поддержке журнала «Реноме» «Тверской регион», радио «Комсомольская правда» «Тверь» и телеканала «Тверской проспект». 70 художников, только вдумайтесь, это очень много. Твери, Тверской области, Москвы и Московской области представляют здесь свои красивые, прекрасные, позитивные работы. Заслуга в этом проекте принадлежит не только нам, да, журналу «Реноме», который все это организовывает, но, безусловно, объединению «Перекресток», которое объединяет талантливых художников Твери, значит, и области. На выставке представлены экспозиции различных жанров и направлений. Живопись, графика, объемные витражи, куклы ручной работы, батик, игрушки, авторские ювелирные изделия и многое другое. Специально для «Арт-прорыва» художником Владимиром Васильевым была написана картина, которая стала символом «Перекрестка» – объединения людей. «Перекресток» – это место, где встречаются люди. И благотворительность, благотворительный фонд «Константа» позволяет встретиться тем, кому нужна помощь, с теми, кто может ее оказать. На открытии выставки пройдет аукцион, и деньги от продажи картины пойдут в благотворительный фонд «Константа», который уже более 10 лет занимается оказанием помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации. Проект собрал большое количество ценителей искусства. Выставка удалась. Здесь очень много художников, которые очень тонко, очень глубоко чувствуют ту красоту, вроде бы неброскую, на первый взгляд, нашей природы, но которая очень сильная, очень глубокая. Замечательно, что есть у нас такие энтузиасты. Это касается и журнала «Реноме», и наших предпринимателей, и союз художников. Огромное им спасибо. Очень много талантливых, способных людей на нашей Тверской земле. Выставка-продажа «Арт-прорыв» открыта в музейно-выставочном центре для всех жителей нашего города с 11 по 27 февраля. Вход свободный.